Масленица к нам пришла, долгожданная, задорная, да сытная, с катаниями с гор, да на тройках с бубенцами, и с играми, да забавами, и с кострами, да с плясками. Масленица – один из самых любимых народных праздников. Солнце-то ведь уже на весну повернуло. Мы прощаемся с долгой зимой и сжигаем в огне наши горести и проблемы. По русскому народному обычаю, чем сильнее веселишься на Масленицу, да чем больше блинов съешь, тем год будет удачнее да счастливее. Суздали у нас раздолье для радости и веселья. А в нашем гостевом доме «Колокольцы» мы гостей встречаем на Масленицу с блинами, да с открытым сердцем, и к русским обычаям их приобщаем. Ну а гостей мы принимаем не только на Масленицу, но и в любое время года, и блинов напечем по вашему желанию. Так что приезжайте. И, конечно, не забудьте подписаться на наш канал, да и лайк нам поставить за наше видео.